Всем привет, давно не виделись, с вами снова голос Паши Лобанова и слова от пули снегопада. Фильм «Аватар» основан на реальных событиях. Это же насколько человечеству введено в заблуждение, что фильм «Аватар» был воспринят как фантастический, а якобы ином мире на задворках закоулков вселенной. Хотя больше 90% сюжета — это описание имеющегося на нашей планете и того, что с ней происходило в прошлом. И даже более того, реальность прошлого нашей так называемой планеты была куда больше необычайной, нежели это описано в фильме. Под блеском фантастики пытаются прикрыть куда более удивительную реальность. Каков сценарий фильма? Это то, что паразиты прилетели для добывания ресурсов из драгоценных камней. А теперь вспоминаем наши фильмы по пустыням, где мы зафиксировали громадное число отходов после этой добычи. Состав песка свидетельствует, что все пески — это опилки именно от гигантских растений, деревьев и самоцветов, и кристаллов. Помните большие экскаваторы в «Аватаре»? А вы посмотрите на Аризону, где видно, что поверхность Земли была буквально срезана. Про великанов народа Нави я вообще молчу, так как давно для трезвомыслящего населения не секрет, что все на нашей планете было во много крат больше, нежели сейчас, от гигантских людей до гигантских животных, растений и деревьев. После первого обзора парка, расположенного на живописной территории Улин-Юань, многие высказались: так вот, где снимался «Аватар». Сами же создатели фильма заявили, что на создание в ленте летающих скал их вдохновили разные горы мира, в том числе и находящиеся в парке Чжан-Цзя-Цзе. Попробуйте повторить с первого раза. Вдохновились. Тут не то, что так называемые скалы один в один. Тут, как по мне, реальность оказалась более удивительная и необычная, нежели это показано в фильме. То есть, хотите ощутить себя в атмосфере Пандоры? Изучите малоизвестные закоулки нашего мира. И неудивительно, что именно в Китае летающий город на скале был зафиксирован визуально многочисленными местными жителями и туристами. Впрочем, к летающим скалам у самой большой и скрываемой стволовой горы мы еще вернемся. Горы Улин-Юань сейчас, кстати, так и называются – горами Аватара. Сам парк был открыт недавно, в 1982 году.
Площадь района составляет 369 квадратных километров. Парк насчитывает более 3000 стволов скал, самые большие около 2 километров в высоту. Вот где можно на аэроплане полетать и почувствовать себя маленькой стрекозкой, летящей между стволами соснового леса. Большие стволы скал разделяют глубокие ущелья с реками, озерами и водопадами. Имеется 2 природных места и около 40 пещер, многие из которых стали известными недавно. Горы служат местом обитания для ряда исчезающих видов растений и животных. Для туристов открыты 5 маршрутов, в том числе канатные дороги. Более 30 эндемичных видов флоры и фауны обитают в парке, а всего растет около 3000 редких видов растений. Считается, что воздух парка целебен, особенно для гипертоников. Также еще немного о фильме «Аватар», в котором время от времени фигурировало священное дерево Эйва. Самое интересное заключается в том, что японская глициния вполне могла быть прототипом для этого дерева, так как многим на него похоже.